То, что сезон отпусков и каникул уже начался, сотрудники пропускного пункта «Адлер» ощутили на себе. Нагрузки возросли как минимум в два раза. Ежесуточно через пограничный пост проходит по 20 тысяч человек в оба направления. В пешеходном терминале обустроены 28 кабин паспортного контроля. Поэтому процедура перехода через границу никогда не была проблемной для тех, кто знает правила ее прохождения. Алексей Шептура, например, решил в этом году впервые с семьей посетить Абхазию, а на экскурсии ездят в Сочи. Поэтому довольно часто приходится проходить через границу. И на досмотре у каждого уходит не более 3 минут. Загранпаспорт, свидетельство о рождении и все. Все очень просто. Мы сколько вот здесь ходим, и очереди не было практически никогда. Если ребенок пересекает границу с родителями, то достаточно предъявить свидетельство о рождении. А в случае, если несовершеннолетнего сопровождают иные лица, то помимо основного документа необходима доверенность на законного представителя. Тем не менее, пограничникам иногда приходится сталкиваться с обратными ситуациями. Вот буквально за последние 2 дня, это выходные дни, суббота-воскресенье, было не пропущено 5 несовершеннолетних граждан. По причине отсутствия согласия на выезд законных представителей, по причине отсутствия документа на право пересечения государственной границы, ну и лицо без гражданства, соответственно, гражданство ребенка не определено. Вот 5 случаев за эти выходные. Если в этом случае турист возвращается домой за документами, то в отношении граждан, желающих пересечь границу иными способами, применяются более серьезные меры. Те же правила действуют и на автомобильном пункте пропуска, только здесь еще нужно предоставить документы на машину. Что касается экскурсионных автобусов, пассажиры также проходят процедуру досмотра, которая производится без высадки. Кроме того, для туристических рейсов предусмотрена отдельная полоса. Уже сейчас МАП «Адлер» ежесуточно принимает по 3500 транспортных средств. И к разгару лета его сотрудники готовы пропустить на 15% больше. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.